Перед началом твоего ролика, дорогой друг, не поставь большой пальчик вверх под этим видео, и наступит вселенское счастье в твоей жизни. Да-да-да, давайте проверим. Лайк поставил. О, молодцы, спасибо всем, кто лайки ставит. Окей, погнали. Первое, что нам нужно сделать, отправиться в Нижний мир. Здесь, собственно, убивать демонов. Из демонов выпадает кукла гида. Кукла Вуду гида. Также убедитесь, что ваш гид жив и он не кашляет. Для этого заходим в это менюшку здесь. Находим нашего гида. Гид жив? Хорошо. Кукла Вуду есть? Есть. Отлично. Готовимся к битве с большим жирным боссом. Я советую использовать, кстати, TNT-стратегию или динамит-стратегию. Бросаем куклу Вуду. Ваш гид на поверхности умирает. И появляется стена плоти. Стену плоти, как говорится, лучше убивать бомбами. Это самый быстрый, дешевый и эффективный метод, не требующий мозгов. И самый эффективный в данный момент. Дальше. Нам нужно найти два варианта. Либо испорченный биом, который выглядит вот так вот на вашей карте. Если нет испорченного биома, сгодится багрянцевый биом. Не проблема. И летим в ту сторону, в этот биом. Так, ребята, у нас почему-то телепорты не работают. Почему я телепортом не воспользовался? Это странно. Неважно. Короче. И забираемся. Еще я вам советую сделать себе счетчик измерения глубины, измеритель глубины. Не обязательно, но это очень полезно. Он вам показывает, на каком уровне находится. То есть поверхность, потом подземка, ниже подземки находится уровень пещер. Классно, биом грибной. Но это не то, что нам нужно. Нам не нужен грибной биом. Короче, убиваем здесь разных мобов. И иногда из этих мобов будет выпадать дополнительный лут. Значит, души ночи. Нам нужно 15 душ ночи в обязательном порядке. Потому что для... Так, где это? Кто это? Зачем это? Убиваем всех. И, наверное... Да, давайте я все-таки поглубже. Наверное, вот они, души ночи стали выпадать. Отлично. 15 штук собрал душ ночи. Дальше нам нужен обычный верстак, деревянный. И крафтим ключ ночи. Теперь смотри, как нам получить этот вожделенный магический посох. Я забыл его название. Заходим, опять-таки, берем сундуки, любые. Хоть деревянные, с любого дизайна. И берем их с собой. Нам нужен пустой сундук. Без ничего. Берем парочку сундуков. Если у вас сундуков нет, вы можете использовать мой гайд о том, как делать сундуки. Либо второй вариант, вы можете найти любые пустые сундуки, которые разбросаны по всему миру. Запихиваете внутрь сундука ключ ночи, появляется мимик. Убиваете мимика. Если вы этот ключ ночи вставляете в сундук, который находится в испорченном биоме или в багрянцевом биоме, то у вас будет багрянцевый или испорченный мимик. Из них выпадает дополнительный лут. Вот этот магический посох, собственно, выпадает из этого мимика, который я только что убил. Так, у нас есть магазин аккаунтов и ключей geronshop.ru, в котором можно купить дешевые стимулы. Майнкрафт и сотни других стимовских игр дешевле, чем в стиме, который выдает автоматический бот, также отзывы от настоящих покупателей, разные интересные читы для ваших любимых шутеров и всякое такое подобное став, также рандомные игры, дешевая террария и прочее. Теперь, собственно, что важно вам нужно знать, еще у нас есть, конечно, уроки выходят здесь каждый четверг, пятницу, субботу, воскресенье, также на этом канале выходят гайды по популярным песочницам. В соседнем канале канала Герона гайды выходят, гайды по Майнкрафту. Есть еще какой-то канал Герона по какому-то поводу, я не помню. В описании под видео найдете все актуальные ссылки. Также у нас есть страница ВК с угодными массами, паблик во ВКонтакте, Дискорд, телепорт и так далее.